Ньютон? Да. Где я-то? Зажим для денег. $47.32. Водительское удостоверение. Бейсболка. Значок, жвачка Бимонс и пакетик непонятно чего. Это не мое. Что не твое? Значок. Я в жизни... Что, если есть место? Тайное место, где нет ничего невозможного. С ума сойти. Удивительное место, где тебе под силу изменить мир. Заманчиво. Что будет? Виски, виски. А, ясно. Хочешь виски? Нет, шампанского. Шампанского, да. Боб, бародарам порсит. Хич вахт у омрет ликвид МДМА чешиди. Жидкий экстази. Нет. Тегеран, мировая столица. Да? Да. Дай девушке прикурить. Ну а что, развлечемся? Когда займемся делом? После молитвы. Отлично. Ты сказал, возьмешь обе. Не твое дело. Это Джек. Хочу выйти из игры. Это последнее задание. Даже не придется жать на курок. Вы американец? Да. Рабочий отпуск. У вас руки настоящего мастера. Отлично справляетесь с техникой. Я много чего умею. Фильм Антона Корбейна. Бельгийцы говорят, что, возможно, к тебе приставили хвост. У тебя слишком много врагов, Джек. Я передал, чтобы они даже не приближались. Все равно не смогут.
Вы интересный человек, но что-то скрываете. На тебе много грехов. Все люди грешники. Даже те, кто совершает благо. Джордж Клуни. Я не могу остаться навсегда. Забери меня с собой. Можно стать богаче многих, если обрести Бога в душе. Не думаю, что Богу нужен такой человек, как я. Американец. Нам нужно подвезти твою подругу Мэгги в школу, и нельзя опаздывать. Сегодня у вас экскурсия. Привет, Джек. Привет. Привет, папочка. Ну, привет, привет. Позвони Мелани Паркер. Мелани Паркер? И скажи, что ей нужно везти Мэгги в школу вместо тебя. Ко скольки вам в школу? Не знаю. Наверняка к 9. Все начинается в 9. Я пропущу экскурсию. Мы успеем, обещаю. Вернитесь, у меня ваши ученики! Облом уже. Вы, должно быть, бывший муж Кристен. А вы, судя по всему... Не забудь позвонить Мелани Паркер. Подчеркнуто 3 раза. Такси? Стойте, стойте! Тут один товарищ не только мне день испортил, но и Сэму. Твой папа бесит мою маму. Ну и что, а твоя мама папу? На тебе сейчас есть трусики? Давайте я присмотрю за детьми, пока у вас презентация, а потом вы возьмете их, пока буду занят я. Я доверяю сына только крайне ответственным людям. Я крайне ответственный. Пап, я кушать хочу. Тик-так, будешь? Малыш, в офисе чур не шуметь, ладно? У меня очень важная встреча, помнишь? Вы просите меня о помощи? Наверное, это так прозвучит. Джек, я больше не могу тебя прикрывать. У тебя есть 6 часов, иначе все. Мы отзываем статью, и тебе конец. Я звоню всего лишь для того, чтобы... Вы звоните, потому что не доверяете мне. Сэмми, положи пистолет. Я была уверена, что вы опоздаете на 3 часа или вообще не придете. Увы, я не такой, как все мужчины вокруг вас. А я не такая женщина. Попробуйте позволять другим помогать вам время от времени. Ни за что. У меня все под контролем. И вы на нем помешаны? Нет, просто я работающая мать-одиночка. Сегодня я встретил женщину. Даже не знаю, как ее описать. Она светится. Она сказала, что я ей нравлюсь? Это же очевидно, пап. 20-й век Фокс представляет. Мишель Пфайффер. Вешайте свой комплекс Питера Пэна на меня. Какой еще комплекс? Которым гордитесь. У вас друзья есть? У меня нет на них времени. Джордж Клуни. Потому что у вас комплекс капитана Крюка. Что? В истории 2 занятых взрослых. Нет. А что, если я вас поцелую? Которым суждено найти время друг для друга. А вы хотите меня поцеловать? Не спрашивал бы, если бы не хотел. Один прекрасный день. Что они делают? Подожди. Ну ладно. Банк Сантраст. Чем я могу вам помочь, сэр? Видите человека, который говорит с управляющим? Это мистер Гвинтон, помощник управляющего. Управляющий сегодня выходной. Вы видите человека с дипломатом? Да. Это мой напарник. У него там пистолет. Если вы не будете делать то, что я скажу, я дам ему знак. И он выстрелит вашему Гуиндену промеж глаз. Возьмите большой конверт и положите туда столько, сколько поместится. Только без банковских упаковок и резинок. И никаких меченых купюр. Начните со 2-го ящика сверху. Потом под кассой. Не надо нервничать, Лоретта. Ключ прямо возле вас. Это ваш первый опыт? Да. У вас отлично получается. Улыбнитесь, а то кто-нибудь подумает, что вас грабят. У вас очаровательная улыбка. 20-долларовые купюры я возьму. И положу их в карман. Она хорошенькая, правда?
Да, очень милая девушка. А кто это? Ну давай же. Сволочь. Черт! Черт! Вам не повезло, выходите из машины, сэр. Хотите смешную историю? Вылезайте из машины. Хорошо. Вне поля зрения. Тема непростая, поэтому слушайте очень внимательно. Сколько весит прожитая жизнь? Обладатель премии «Оскар» Джордж Клуни. Представьте, что у вас за спиной рюкзак. Теперь соберите в него все, что у вас было в жизни. Начните с мелочей, расставленных по полкам или разложенных по ящикам стола. Затем перейдите к чему-то покрупней: одежде, бытовым приборам, телевизору. Да, рюкзак уже тяжелый, но мы идем дальше. Диван, машина, дом. Укладывайте, не смущайтесь. От режиссера фильмов «Здесь курят» и «Джуна» переходим к людям. Начнем со случайных знакомых, приятелей, коллег из офиса. Потом ваши близкие, те, кому вы доверяли свои самые сокровенные тайны. Братья и сестры, дети, родители. И в конце концов муж или жена, девушка или молодой человек. И вот когда рюкзак наполнен, попробуйте его на вес. Не забывайте, что люди и отношения весят больше всего. Обсуждения, споры, тайны и компромиссы. Чем медленнее мы движемся, тем скорее умираем. Помните, движение — это жизнь. Некоторые живые организмы являются носителями для других, существуют с ними в симбиозе. Некоторые, как лебеди, формируют пары на всю жизнь. Но мы не лебеди. Мы акулы. Мне бы в небо. Когда браку конец, и нужно защитить свое богатство... Итак, какая у вас беда? Моя жена намертво зажала меня в тисках. Это ее роль. Убери к черту! Убери к черту камеру! Убери ее! Выключи камеру! Дается мне, что вы взяли его за задницу. Все это мой пропуск к богатству, независимости и свободе. Оставить ни в чем не повинную жену с носом? Ну... А это возможно? Он лучший в этом деле. Борьба. Азарт. Полное уничтожение противника. Вот жизнь. Он привык побеждать. А вы наверняка хищница. Мистер Мэйси, вы не ошиблись. Она не любит проигрывать. Но я вам должна сказать, таких как вы я проглатываю. Она сказала, что ей нужен очень богатый муж. Сара, по одному мужу за раз. Мы с Говардом Ди собрались пожениться. Вы ведь не соблазнить меня собрались? Это может стоить карьеры. Порочное богатство вам к лицу. От оскароносных режиссеров братьев Коэн. Говард. Вы назвали пса в его честь? Я сентиментальна. Джордж Клуни, Кэтрин Зета-Джонс. В страстном поединке авантюристов невыносимая жестокость. Всем оставаться на своих местах. Ты, не двигайся. Где-то в богом забытой глуши. Не высовываться, ты понял? Не высовываться. Конечно. Парочка самых отпетых преступников захватила заложников. Кто это? Удар.
Я задам лишь один вопрос. Все, что мне нужно услышать, это да или нет. Ты хочешь этого? Да. Что ж, ребята, за дело. Одна ночь отделяет их от свободы. Вот это по мне. Эта ночь запомнится им надолго. Надолго. У нас неприятности. Целая стая вампиров пытается сюда попасть и полакомиться нашей кровью. Чтобы остаться в живых, они должны обороняться. Харви Кейтл, Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Джулиет Льюис. Добро пожаловать в рабство. Спасибо. Я уже был женат. От заката до рассвета. Где ваш дом, доктор Стоун? Лейк Цюрих, Иллинойс. Кто-то там внизу смотрит в небо и думает о вас. У меня была дочка. Если увидишь девочку с каштановыми волосами, скажи, что я не сдалась. Гравитация. В основу фильма положена подлинная история. Thank you.
отпускает. Идеальный шторм. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго, много людей посетил и обычаев видел. Пойдем в далекую страну, где ясен небосвод. Измерим небо вышину, глубины чистых вод. Нам ветер пот с лица утрет, напоят нас ручьи. И снова мы пойдем вперед, как этот мир ничьи. In the big rock candy mountain, the jails are made of tin. In the big rock candy mountain. Парни, а кузнеца у вас нет? Ну, пусть не кузнеца, может, по металлу кто работал, пока обстоятельства не заставили сменить любимую профессию, а? Боже, какая от вас помощь! Работаешь на этой дороге, дед? Я нигде не работаю. А имя у тебя есть? Нету имени. Может, поэтому тебе и трудно найти денежную работенку? Я имею в виду на теперешнем рынке рабочей силы. Вы хотите много денег? А? Вы трое, что в цепях. Деньги вы найдете, но поймете, что хотели иного. Сперва вас ждет долгий и трудный путь. Путь, полный опасностей. Увидите все, чего не бывает. Вы увидите корову на крыше сарая для хлопка. Еще много удивительного. Я не скажу, как долог будет путь, но не бойтесь на нем препятствий, потому что судьба вознаградит вас. О, где же ты, брат? Доброе утро. Доброе. Назовите, пожалуйста, свое имя. Дэниел Оушен. Мистер Оушен, а чем вы собираетесь заняться в случае освобождения? Вегас давно не ездил. Хочешь обчистить казино? Для такого дела нужна дюжина мошенников высокого класса. Зачем столько? Так, навскидку, свой человек в казино, спец по машинам, напористый негр. Ниже 18,5 я сбросить просто не могу. Спасибо за помощь, мистер... Мистер Дэнни.
я бы смог сбросить цену с 17 16 за каждую. Что вы? Даша, сбросите. Несколько лжепридурков. Я шарики, они могут лопнуть. Джентльмен. Раздольщик шариков. Человек, способный разжалобить, и лучший электронщик. Здесь деньги из трех казино. Они не Терри Бенедикту принадлежат? Да, ему. Он будет против? Может быть, уверен. В чем дело? Сам не пойму. А батарейки проверял?